Мы распространили больше книг и распространили, ну, больше очков, почти так же играют роль. Поэтому очень благодарю всех. Я думаю, все мы благодарны за это событие. Хотя я вспоминаю, как мы обсуждали до начала марафона. Как-то не верилось, но мы сделали больше. Мы думали о том, что хотя бы сделать столько же, чтобы как-то... Но мы сделали больше. И в этом году, по крайней мере, в списке у нас участвует 34 человека, 34 участника непосредственно, и три такие команды большие. Сначала мы сейчас отметим индивидуальные результаты индивидуальных участников, которые также они были в этих командах. То есть, ну, почему команды? Потому что это поощряется, Прабхупад говорит, что ваше благоволение проявится в том, как вы будете сотрудничать. И Кришна, Бхагаватам, с Кришной эта история замечательная, очень замечательная, когда он явился прачетам и сказал им о том, что он удовлетворен их аскезами, их служением, именно благодаря тому, что они дружны. И Кали-юга — это в действительности величайшее достояние человека — это умение сотрудничать, умение совместно что-то делать. Наша практика называется Санкиртана. Сан — это значит совместное воспевание. Итак, возьмите сейчас караталы, возьмите мриданги, и мы будем называть имена, давать подарки. Хэмин Глаз будет давать подарки. Несколько слов о подарках, может быть, говорить. Шадакшина Прабху будет давать грамоты вручать. Покажите, какие грамоты. Вот такие грамоты. А подарки, какие у нас подарки там? Здесь сладости, Махапрасад, да? Ух ты, не только сладости, там еще и мини-грамота. И мини-торт. Можно будет всем родным по кусочку, как Махабаба. Хорошо. Итак, если вдруг этого преданного нету, если вдруг он не выходит, но вы знаете, кто это, и можете ему передать, то можете выйти и сказать, что вы любите его. Хорошо? Итак, 34 место, две книги, 0,5 очков, Вадим Гурчунов. Кто знает Вадима? Кто знает Вадима? Вот, я так и знаю. Можно ему передать. Так, 33 место, 0,5 очков, одна книга, вот как так, да? Мадья Пандавда. Поздравляю. Спасибо. Замечательная семья, мы сейчас недавно приехали с Непал, и уже результаты. 32 место, 8 книг, 2 очка, Расамути Дас. Рива! Никто не знает. Поднимите руки, кто не знает Расамути. Один человек не знает, короче. А давайте так, чтобы тебе все узнали, потому что он показался. Прятки играем. Хорошо. 31 место, 4 книги, 3,5 очка, Анатолий Пугач. Спасибо! А? 30 место, 9 книг, 3,75 очка, Дарина Николенко. Спасибо! Кто посмел? 20... Кришна все видит, он все посчитывает. Надо восстановить справедливость. Пожалуйста, чтобы восстановили мне справедливость. Спасибо огромное, Мададжи, потому что действительно 23 книги для хрупких женских плеч очень много значит. Давайте не снимать это со счетов, хорошо?
29 место. Невероятно. 12 книг, 6 минут очка Роман Бада. Восьмое место. 12 книг, 7,75 очка. Сергей Скрипниченко. Ариво! Давайте Сережа поблагодарим. Мужественно отводил нечистую силу от Джейна Грина. Давал ему возможность погрузиться в конкретную. Мы понимаем, что от... Отчасти результат же это крит, это благодаря Сереге. Причем мы еще знаем о твоем результате. 27 место, 7 книг, 8 очков. Вада Камалада. Арио! 26 место, 16 книг, 9,25 очка. Раджалила Деви Даси. Арио! Кто-то может ей передать подарок. Джаганатхи Баладевы Субхадры. Поблагодарить ее от нас. 25 место. 10 книг, 9,5 очка. Ануттамада. Харива! Тоже мало кто знает этого преданного, поэтому... Кто-то знает Анутам? Кто это? Очень неизвестный, преданный. И наверняка он где-то сейчас спектакль показывает. Да? В Киеве. Говорят, в Киеве показывают спектакль. Хорошо. 24 место. 24 книги. 11,5 очка. Это никто иной. Арио! Где она? Говорят, где-то здесь. У стоп Господа. Мы можем как-то ей. Она идет. Арио! Это скромная, хрупкая, незаметная матушка. Распространяет фильм уже более... Сколько лет, как вы думаете? 30 лет. Более 30 лет. Многие из нас только еще не прожили. Арива! 23 место, 25 книг, 20 очков. Антон Полинаков. Арива! Блин, я прошу прощения, если вдруг я неправильно избираю фамилию, там. Прошу прощения. Антон. А? Арива! А то сейчас вашими брамачарьями будет порядок в своей жизни и в жизни окружающих. 22 место, 18 книг, 21 очко. Индраприя Деви Даси. Арива! Кто знает? Навясапуджи. Тоже Навясапуджи. Вот ей передадут, она каждый день мы ее видим в магазинчике, заходя к ней, что-то покупая, сладости, какой-то просад, пожертвования. Вот такая скромная матушка умудрилась распространить. 21 место, 15 книг, 23 очка. Это Шакунтала Деви. Кто знает, где жить в магазинчике? Позовите ее, пожалуйста. Матушка Шакунтала Деви Даси стоит у истоков нашего движения здесь в городе Днепр. Матушка Шакунтала. Арива! Никто не сомневается. Магазинчик же его убьет. Но вы представитель. Вы его руки. Мы не сомневаемся, что вы самый лучший передатчик. Поэтому, если кто-то хочет получить что-то от самого Джаганатхи, знаете, где получить. 20 место.
16 книг, 30,25 очка. Александр Мартовицкий. Арива! Кто знает Сашу? Да? 19 место, 24 книги, 30,75 очка. Игорь Морозов. Арива! Вот наш чемпион приближается. Игорь. Замечательный вайшнав тоже умудряется трудиться, зарабатывать, служить преданным и также распространять книги. Спасибо, Игорь. 18 место. 38 книг. 31 очко. Абхай Красовский. Удивительное имя, да, скоро будет в паспорте так. Абхай. Такие есть паспорт. Ну вот видите, здорово. А где сам Абхай? Абхай означает бесстрашный. И вот похоже на этом марафоне он доказал свое имя. Преданный во втором поколении. Во втором поколении. То есть у него родители преданные. Замечательно, значит. То есть он сейчас где-то в служении. 17 место. Может, передавите, да? 17 место. 35 книг, 32,5 очка. Байкунха Васи Дас. Арива! Замечательный вайшнав, он долгое время рос и вырос из Вашины. Сейчас поднимает целину на родине, проповедует, трудится, как семейный человек, как каса, и умудряется со смертью. Кто там говорит нас? 16 место, 80 книг, 34,25 очка, Николай Олещенко. Олива! Николай, кто знает Николая? Передадите. 15 место. Очень редкий преданный. Мало кто его знает. Мало кто слышал о нем. Мало кто представляет его. Знаете, как Кришна говорит Бхагавадгите и Арджуна. Арджуна спрашивает, как узнать этого человека? Как он сидит? Как он ходит? Как он смотрит? Во второй главе, помните? Кто помнит? Как узнать человека на трансцендентном уровне? Так вот сейчас мы его увидим в лицо. 28 книг, 56 очков. Тарун Кришна Дас. Арива! Спасибо большое, Тарун Кришна. Также мы вместе с ним в свое время распространяли книги, уже 30 лет у нас. 14 место, 30 книг, 60 очков, Александр Кананчук. Ива! Александр. 13 почетное место, очень почетное 13 место, 40 книг, 80 очков, Видья Бушина, да. Ива! Пополнение в семье, можем его поздравить, и он сейчас занят семьей, кто-то может передать ему. Где Бушин, кто может передать? Пан Матик, передашь? И не менее важное место, не менее трансцендентная личность. Я не буду на него смотреть. 75 книг, 85,75 очка, это Вишвадакшина. Арива! Вручим.
где только 10 первых. Ну, еще 11 место. 11 место тоже так получилось, что они далеко от меня совсем. Этот преданный распространил 84 книги, 109 очков. То есть мы уже перевалили за 100 очков. 25 сотых. Это Ямуна Вилас. Замечательные вайшнавы, они заняты различным служением, обучением, бухгалтерией и так далее. Очень много важного по храму. Тем не менее, то есть это еще раз подтверждает для нас ценность этого служения. Знаете, когда мы видим преданных, которые 20-30 лет распространяют, которые заняты разными служениями, и они это продолжают делать, то есть это что-то значит. И теперь мы подходим к первой десятке. Для первой десятки вот подготовлены такие грамоты и какие-то особые подарки. Там в каждом пакетике будет какая-то ценность, особо уникальная ценность. Десятое место. Преданный распространил 130 книг. Мы уже перевалили за 100 книг. 127 очков. Это Руслан Гусь. Руслан сейчас занят служением, служит Магараджу, его личное служение. Тарисахуджи, с вами замечательный вайшнав. Такая история, знаете, я помню его много лет назад, может больше 10 лет назад, он был здесь с вашими. Потом он монахом. Потом он перешел в христианский храм, тоже монахом был лет 10. И вот сейчас он, пройдя через определенный путь своей жизни, путешествия, жил в разных христианских монастырях, он в конце концов вернулся и принял прибежище в стол. Девятое место. Преданный, который распространил 114 книг, 129,5 очка. Мукунда Гаурангада. Просто произнеся его имя, мы уже очищаемся. Что значит Мукунда? Дающий освобождение. Гауранга, сам Гауранга, дающий освобождение. Поэтому, когда вы увидите, подходите к нему и дадите подарки. Просто. И просите у него мукунды от Гауранги. Это не просто, это не обычная мукти, это не растворение в Брахмане, это что-то личное, личные слуга. Следующий преданный, восьмое место. Этот преданный распространил 176 книг, что составило 140,75 очка. Туласи Валапа Дас. Кто знает Туласи Валапа? Пожалуйста, возьмите подарок для него, грамоту передайте ему. Кто может передать, подходите, пожалуйста. Недалеко не уходи. Седьмое место. Почетное седьмое место. Вообще цифра 7 в футболе очень много значит. Если кто знает, да? То есть это где-то там в сфере нападающих. Да? Этот преданный распространил 158 книг, 195,5 очка. Яшода Кумар Дас. Замечательный вайшнава, также сейчас на его плечиках лежит очень много-много служений и ответственности. Спасибо. Шестое место, очень интересное место. Преданный распространил, уже перевалило за 300 книг. 385 книг, 266,75 очка. Это Экабрата, да. Арива! Спасибо большое. Пятое место. Преданный распространил 216 книг, 320 очков. Павел Ленчук. Арива! Просто приставал к людям. Они становились преданными. Он
Он собирал их адреса, сейчас он переписывается с ними, читает с ними Бхагавад-гиту. Так что присоединяйтесь к курсу Бхагавад-гита онлайн с Павлом Ленчук. Четвертое место. Это преданный распространил, вы не представляете, в 3 раза больше книг, чем предыдущие. Это 724 книги. Это 619 очков. Как вы думаете, кто это? Кого мы еще не называем? Джаянта Крида. Я уверен, что первое место, но просто надо же молодежь служить им, там, подгузники менять, там, кушать, готовить. Поэтому мы понимаем, что первые 3 места – это благодаря нам. Итак, внимание, первые 3 места. Мы предоставим им микрофон, сказать несколько слов, может быть, какие-то истории, потому что во время истории мы не дали это возможность. Мы решили доставить на закуску. Сейчас будет самое-самое сгущенное. Кто любит сгущенку? А сгущенку с орехами. Вот сейчас это будет. Вареная сгущенка. Кто вареную сгущенку? Итак, 3 место. Это преданный распространил. 587 книг. На 1032 очка. 1032 очка. Это преданный Йоги Вишвара. Йоги Вишвара переводится как повелитель всех мистических сил. Но, конечно, мы понимаем, что это не он, это Дас, он слуга. Но мы понимаем, что у слуги наследуется качество. Поэтому, Йоги, расскажи о Сидра, что там происходит. Пару мистических мыслей. Сидра – это милость Кришны. Вот. Это был милость Вайшнава, в первую очередь. Потому что все-таки я Махарад Кришна, как Яшода Кумар Прабху. Яшода Кумар Прабху и Мукун Гаврам Прабху, которые поддерживали империю здесь. Они дали возможность распространять, это не было возможности. Вот. Но Санкирта, уже сказали, это крайне необычная деятельность. Сложно писать, как в Нектаре Санкирта написано, что каждый преданный чувствовал, когда распустил книгу, это в книге Крупады, извиняюсь, книги Крупады, там на 371 страница. Каждый, кто распространял их, они чувствовали какое-то необычайное чувство. Невозможно. Это иррациональные вещи, которые невозможно писать. Но было не так. Было много нюансов, конечно. Но само собой это не так. Молитвы пели, такого не спрашивал, когда он пели с разных родов, когда созванивался, собирали пожертвования, там пели не. Мы молимся за вас, мы молимся за вас. Молитвы пели с народом. Надо продолжать, наверное, лучше продолжать, больше продолжать. Еще больше продолжать. То есть мы понимаем, что мистические способности – это немного говорить, это делать. Поэтому Йогешвара много не рассказывает, он просто берет и делает. И делает это на протяжении уже многих лет. Я знаю его башнями, и, ну, преданные занимаются разным служением. Кухня, менеджмент, пуджа, разные важные служения. Но Йогешвара стабильно распространяет уже в течение более 10 лет книги. И поддерживает преданных в ближайших храмах, в Запорожье, в Крым Роге. У него там тортик сладкий, подарок и грамота. Давайте еще раз. Итак, внимание, 2 место. Будьте внимательны, здесь количество книг уже переходит за 1000. 2 место. Этот преданный распространил 1027 книг, что составило 1056,5 очка. Этого преданного зовут
Шьяма Нанда. Хари! Сейчас будет вот так? Уважаемый, говори пока. Сейчас. Дешинтай Гора Чандраки. Да. Магма. Да. Ну вот, подтверждение видео. Все распространяют. Нам просто... Ну, как... Сейчас захотел сам увидеть. Чем она тут? Очередной раз подтверждаю, что божество само распространяет. Это даже одна история там есть. Если знаете, смайлики есть, Джиганат. И девушка, она уже все уходит, не хочет ничего брать. Я говорю, ну, на тебе вот смайлик на счастье. Волшебная банка, почитаешь. И она говорит, о, у меня амулетик такой же. Кто-то ей подарил амулетик из вас, я не знаю кто. И я говорю, ну это знак, надо брать к нему. Я назвал книгу. Ну, на самом деле, хотелось сказать слова благодарности верным, которые защищали тылу. В первую очередь матери, вообще всем матерям, которые молились. Чувствуется, что это такое особое время, когда кто-то за тебя молится. Также Яшода Кумару Прабу, спасибо, что мы вместе распространяли с ним книги. Вот, некоторый опыт получить. Также с преданными, которые просто в парк выходили. У нас было несколько. Вот. Также вдохновили очень сильно преданные, которые вообще с общины, они, скажем так, зарубились. В том плане, что они оставили семьи, поехали на выездную соответственно, в частности, так и Коврат правда. Я даже не знаю, кого больше благодарить придется, его или супругу. Ну и небольшие истории. Так спонтанно получилось, что остался здесь, в Днепропетровске. Были другие планы. Ну и решили, скажем, возобновить традицию или начать с какого-то выходного дня. Вот, и в первый день, когда мы вышли на Санкиртан, мы уже все время подходит к концу, и мы договорились о том, что мы встретимся в назначенный час, в назначенном месте. Вот. Но мы, когда пришли на это место, там были лишь преданные с департамента Пуджи. Вот что значит преданная пунктуальность. Остальные, они как-то увлеклись этим настроением санкиртаны и распространяли книги. Но при этом все преданные, они очень так почувствовали этот нектар, вкус. И в конце, когда уже последний день был, они спрашивали, а будет ли продолжение. Значит, будет, если преданные хотят, значит, Кришна хочет. Ну и парочку смешных историй. Был в начале марафона, остановился парень, и он что-то долго листает эту книгу, науку. И он такой, смотрю, время уже теряю, долго листает ее, и такой смотрит. Духовное решение материальных проблем. О, круто. Духовный учитель, гуру. О, круто. Гуру и лже-гуру. Вообще здорово. Потом такой, Кришна. Не, ну Кришна это понятно. Потом опять такой, смотрит другие темы. О, круто, круто. И такой вслух думает. Так, маме скажу, что деньги потерял, а книгу я не буду показывать.
И другой случай, там двое ребят были, один как уже, как они торопились, все, как обычно, куда-то торопятся, там определенные манты, да, кого-то остановить. И парень один, по-моему, Богдан зовут, он говорит, да я все знаю, я там в храме был, я что-то не видел. Ну так иначе он был с другом. Я говорю, а как друга зовут? Он говорит, Денис. Я такой говорю, Дениска, не будь редиской, возьми книжку. Дениска взял книжку. Другой случай был, это когда Ишапанишат распространяю, такая мантра. Я говорю, вот Ишапанишат, и что ты говоришь? Книга для незавидующих мудрецов. Они такие, другой парень такой, да я сатанист. Я говорю, да какая разница, для незавидующих сатанистов. Я тоже взял книгу. А под конец марафона вообще интересно. Но погода же была такая трансцендентная, правда? И уже как-то естественным образом там шли всякие мантры и так далее. А, и говорил человеку, там, ну кто ушел в шапке Деда Мороза, я говорю, Дед Мороз, я говорю, где снег? Говорит, да вот, типа, Снегурочка там заблудилась. Я говорю, ну, походу, у тебя с кармой. Не фонтан, надо книжку прочитать. Ну, и были такие истории интересные, где Кришна проявлялся так. У меня в один из дней сломалась зарядка. Шу, отвалился, и мы вышли на Санкиртану. И первый человек, которому книгу распространяем, говорит, ну надо что-то пожертвовать. Он говорит, да у меня ничего нету. Я говорю, ну можешь что-то дать, не обязательно, чтобы были финансы. И он такой достает зарядное устройство и шнур. Пойдет, и я говорю, поедет. Другой случай интересный был, когда встретил одного паренька, он так, я с человеком общался, и он проходил, проходя мимо нас, он такой говорит, бери книгу оппоненту, с которым я общался, и идет дальше. Ну как-то у нас диалог не склеился, он ушел, я его останавливаю, я говорю, откуда вы вообще, кто он такой? Вот, и оказывается человек в том же самом месте, где вот я находился в это время. Он 8 лет или 10 лет назад также взял книгу, пришел в храм, практиковал, даже есть, мы с ним общались, некоторые преданные, которые сейчас практикуют, но по каким-то причинам, майя сильна, так или иначе, он как оставил общество. Но так или иначе, он так благорасположен, преданным. Вот. Ну что самое интересное, это он говорит, за 3 дня до нашей встречи, как выяснилось, в диалоге с ним, он попал в аварию, и когда органы правопорядка, они пришли и спрашивают, а где водитель? Он говорит, я водитель. Они такие, да какой-то сумасшедший, иди ищи водителя, то есть там машина до такой степени в смятку была, что они, ну, они говорят, да иди, короче. Ну, так или иначе, он тоже взял книгу, как-то обменялись контактами. Вот. И что интересно, санкиртан такой процесс, что люди, они сами вам подскажут, что им можно говорить. Вот. Как, например, случай, я бывало попадались христиане, вот, ну, которые, естественно, говорили, что они христиане с сигаретой, там, ну, или с чем-то, с каким-то волшебным зельем. Вот. Я говорю, вы настоящий, да, христианин? Или, обычно спрашиваю, по приколу. Вот. Ну и мне разные ответы там. И такой ответ был, по принуждению. А другой ответ был, по праздникам. Уже когда видел человека с сигаретой, я у него спрашивал, он чем, христианин? Я говорю, по принуждению или по праздникам? И еще такая интересная история тоже, где Кришна проявился, так удивительно. Мы по утрам читали настройку цитаты Шивы Прабхупады.
И цитата, она звучала такая, так, что уважающие себя люди, они имеют дома комплект Шримад Бхагаватам и читание Чаритамриты. Вот. Поэтому мне приятно находиться в обществе уважающих себя людей. Вот. Это была шутка. Ну, в принципе, у всех же, да, есть Шримад Бхагават и читание Чаритамриты. Комплект. Значит, не у всех. Окей. Ну, так или иначе, мы общались с одним человеком, и подходит парень, мужчина, и такой задает вопрос: а у вас есть Шримад Бхагават? Ну, подождите, сейчас закончим. Ну, мы закончили диалог, я говорю: да, слушаю вас. Мне Шримад Бхагават там нужен. Вот это да. То есть в этот день мы читаем Шримад Бхагават, читает. Он такой подходит и говорит: мне нужен комплект. Я говорю: ну, комплект это много. Говорит: 2-6 книг. Он говорит: да я знаю. Я говорю: ну откуда все-таки узнали? И он говорит, рассказал свою историю, слышал о Бхагавад-гите, и сам Прабхупада на самом деле хорошо свои книги распространяет. Он часто ссылается на стихи, которые писаны Шримад Бхагаватам. И 26 книг, то есть он, ну, может быть, возьмет чуть позже. Поехал в Россию, но один-один я ему подарил. Вот он приходил в храм, брал четки, уже нас проспевает. Вот. Поэтому такой вот вывод, что истина, она вот актуальна в настоящий момент. Поэтому вот, когда уже под конец марафона мы выходили, то как-то не было у нас уже особо там каких-то матов, то есть как-то естественным образом подходили к людям, вот, общались. Вот. И даже порой люди, они сами и обнимали, и говорили: ну ты запиши мой контакт, и свой тоже дай, ну то есть, такой опыт интересный. Хари Кришна. Я еще много подумал. Хари Бо! Спасибо большое, конечно, команде. На выходного дня, и очень замечательный пример этих преданных и всех участников этой команды. Мы вначале слышали их реализации, поэтому, преданные, присоединяйтесь и принимайте участие вот в такой замечательной программе, как Санкиртана выходного дня. И сейчас самое первое место. После кого самое первое место? После Кришны. Я думаю, что в конце мы услышим, кто на самом первом месте. А сейчас первое место, это преданное распространило, 803 книги, что составило 1179,75 очка. Анупам Говинда Дас. Если кому-то другому, да, преданных предоставили такую возможность, да, участвовать полностью, не заниматься какими-то административными делами в храме, или здесь много служений есть, то наверняка эти преданные бы распространили минимум 2 или 3 раза больше. Поэтому я понимаю, что это совместная заслуга
отдельно хотелось бы поблагодарить Сергея Прогун, который участвовал в нашей команде. Да, он был как поваром, организовывал кухню. И также Джен Теквита Прогун, который без его пиццы марафон был очень грустный. Очень вдохновило присутствие Коврата Прогун. Удивительно, да, что, несмотря на то, что это семейный преданный, у него есть очень много забот, да, он работает, все же он поехал с нами, да. Я просто поражаюсь, какая у него была самая стабильная садхана. Многим уже начали до него равняться. И мне очень поражалось, каким бесстрашием, с какой уверенностью, с верой, да. Он проповедует на улице. Очень вдохновило. Небольшая реализация, которая были. Первое, это вот, ну, обычно всегда на марафоне перечитываю некоторые там статьи, диалоги, да, беседы из науки самосознания. Многие преданные называют это Библия проповедника. И раньше, когда я читал эти беседы, вот Шилопрабхупада, ну, там, где он разбивает, да, доводы современной науки, я не до конца понимал логику Шилопрабхупады, на чем он строит, да, свои доводы. В этот раз вот как-то так перечитывал это все, и мне по-другому открылось это все. И появилось такое вдохновение, да, вот. Ну, часто встречаешь на улице людей, которые, они так настроены атеистично, приверженцы современной науки. И был такой внутри ажасар, да, ну, встретиться с ними, побеседовать, да, вот, привести эти доводы своего Прабхупады, потому что ты их сам понял, как бы самого появилась вера в эти доводы. И очень много попадалось таких людей на этом марафоне. Зачастую такие беседы, ну, многие студенты, да, они с ними зачастую бесполезно как-то даже спорить, потому что для них, ну, свое мнение, ну, как бы превыше всего. Зачастую такие беседы, ну, просто ничем не заканчивались, но все же попадались такие разумные личности. В случае очень вдохновил, там встретил парня, он, ну, сразу отверг книги, да, это религия, я атеист, никакого Бога нету, вообще, ну, как бы нету смысла, как бы никакого, мы один раз живем, да, вот, надо просто прожить вот как-то вот свою жизнь, что-то удовольствие получить, может, чего-то достичь. Ну, я как-то уже не думал даже как-то продолжать, может, как-то что-то продолжил, начал ему приводить какие-то доводы, да, вот, как Шилопрабхупада. Беседовали с ним некоторое время, и, ну, видно, этот парень, он был такой немного разочарован, может, как-то соприкасался с какой-то религией, не знаю, как-то вот разочаровался в религии. Из-за этого он как бы не хотел, ну, я ему начал рассказывать, что это не просто религия, это наука на самом деле. Приводить доводы, которые Шилопрабхупада, да, приводит к науке самосознания. И он, ну, так постепенно так начал кивать головой, такой, да, ну, может, действительно это так. Я ему говорю, что, ну, смотри, вот, истинная наука, истинное знание, оно же не в развитии технологий, да, в развитии качеств. Да. Посмотри, вот сейчас прогресс технологий, да, но люди в своих качествах, они как, ну, как опускаются. Он такой, ну да, да, да. И как-то он не хотел брать книгу, но я ему говорю, ну вот я смотрю, ты такой парень мыслящий, разумный, ну хочешь, я тебе вообще могу подарить, просто почитаешь, поинтересуешься. Он такой говорит, да знаю я вас, говорит, сейчас возьму книгу, а ты скажешь мне 150 гривен. Я говорю, да нет, ну смотри, вот вообще могу подарить ее. Он такой, ну ладно, давай, такой взял книгу. И мы с ним как-то вот продолжили общаться. Он такой, общаемся, он такой говорит, ну ладно, я же тебе сколько времени отдал, давай я тебе что-то дам за книгу. Начал искать, что дал пожертвование. И
вообще, о чем-то общались, в какой-то момент он такой говорит, ну слушай, ну если я вдруг вот приму вот это ваше, ну стану, вот, как вы, лишь, ну, какова суть этого всего, там, что мне нужно будет делать? Я ему еще объяснил суть того, чем мы занимаемся, он так вдохновился, говорит, ну класс, Джо, пойду расскажу девушке. Девушке. Довго время уже стрих на вас, вообще классно. Небольшие коротенькие истории. Встретил девушек-студенток. Они сразу такие, о, веды, ну это веды, там древние знания. Туда-сюда мне говорят, да, знаем, мы учили философии. Говорит, а вы знаете, у нас вот преподаватель, имя, по-моему, он вот, говорит, вашего вот этого гуру видел в Москве еще там в 70-х годах. Он такой говорит, ничего себе, вот это вам очень повезло. Он видел Шрилу Прабхупаду. Там следующая история, распространение Валюры, это было. Есть такой торговый центр, как Солана. Я туда часто приходил, и обычно там книги не очень брали, но когда вот Джантакрит подходил, там рядом недалеко стоял, вдруг начинали книги брать. И как-то он тоже подошел, и я так вдохновился сразу. И там дедушка такой стоял возле лестницы. Подошел, он такой, да я атеист, говорит, знаю, читал когда-то еще 20 лет назад, это все уже пройденный этап. Ну ладно, уходил там рядом, предлагал людям. Через какое-то время он такой, что-то зовет, говорит, парень, иди сюда, говорит, что там у тебя за книги? Говорит, давай возьму тебя, понравился ты мне. Была еще одна такая реализация. Один из них, в немецком было. Обычно я распространял по методу, как вот Шлегмак учился во время, да? Когда книги в сумке, они, и ты просто подходишь к человеку, общаешься, потом какой-то момент говоришь, а вот я могу показать книгу, если интересно. И что-то так вот ходил, полдня прошло, и вот у Санкертанщиков, говорится, на ум присел. И хожу уже час, не могу никому подойти. Так думаю, ну, этот не возьмет, этому не надо, это не надо, спешу. Дякую. Ходил, думаю, что же делать. Зашел там в супермаркет погреться, отдохнуть. Что начало так в сон клонить. Думаю, ну, возьму, наверное, увидишь, пробую ключи от машины, пойду немножко отдохну. Звонил, не дозвонился, не такого, у кого есть ключи. Ну что ж делать, ну пойду продолжать. Вышел опять, хожу, не могу никому подойти. Думаю, ну ладно, достану книги, буду просто с книгами в руках ходить, просто кто-то подойдет. Достал книги, сразу такое вдохновение, сила такая. К любому можно подойти, вот находятся слова, что сказать, и книги на удивление берут, люди не пугаются. И вот с того момента как-то весь старшую часть марафона в таком стиле распространял. Спасибо большое, Анупам Гарина. Хочется купить у него. Ну давай, к нему ты мне понравишься.
Так, еще мы хотели отметить три группы преданных, которые распространяли книги. У них есть общий результат, общее количество. И мы хотели их выделить. Это на третьем месте, это групповая Санкиртана. Это Бхакти Врикша. Кто знает, что такое Бхакти Врикша? Или кто не знает? Не знаете. Вот вы увидите сейчас лицо этих преданных и можете у них поинтересоваться, что же такое Бхакти Врикша. То есть это преданные, которые, у них есть группа Бхакти Врикши, они служат преданным, они заботятся о них. Это семья Махаджити Прабу и Матаджи Лилавати Мадави Девидаси. Вот они распространили своей группой 91 книгу, что составило 97,25 очка. Давайте их поздравим, пожалуйста, выйдите. Так, Матаджи Лилавати Мадави Девидаси. Спасибо вам большое за служение. Вы молодцы, что так вот командно сработали. Спасибо вам огромное. Второе место – это вот такая неизменная команда. Они каждый год под руководством Джаганатхи выступают. Они распространили 85 книг, 108 очков. Ведь не зря 108, 108 очков. Это Пуджарский департамент. Матаджи Манакири, она возглавляет этот департамент. Спасибо вам огромное, что вы так дисциплинированно распространяли книги, вовремя приходили и просто раздавали людям милость Господа Джаганнатха. Спасибо. И на первом месте команда, которая называется Джаладута. Кто знает, что такое Джаладута? Корабль. Это корабль. Так назывался корабль. А в чем особенность? Столько кораблей, столько. Он привез нам знания. На этом корабле Шрила Прабхупада Чхакатхинатха Свами переехал на запад и начал движение санкиртаны по всему миру. И хочу вам сказать очень хорошую новость, что сейчас после награждения будет замечательный спектакль, продолжение. В прошлом году мы смотрели. Кто смотрел этот спектакль, который поставил Раджасака о Прабхупаде? Понравился вам? Вот сейчас будет еще продолжение интересное о Прабхупаде. А мы переходим к команде, которая была названа Джаладута, то есть они в течение марафона доставляли милость Шрилы Прабхупады в разные уголки Украины. И вот в этой команде два человека, это Юра Бурындин и Пакуленко Владислав. Они распространили 347 книг, 318 очков. Давайте их поблагодарим. Спасибо большое, Юра и Владислав. Юра также занимается изданием газеты, распространением газеты, то есть его жизнь вся пропитана распространением славы святого имени и милости Шрилы Прабхупады. Спасибо. Арива! Теперь мы все это собираем, конгломитируем, потому что есть Экалайшвара Кришна Расабхатича, есть один Ишвара, который находится в сердце каждого, и благодаря ему мы чувствуем вдохновение что-то говорить, благодаря ему кто-то чувствует вдохновение брать книгу. Как мы понимаем, кто же виновник всего торжества. Я помню, что Господь Чайтанья пришел в этот мир, чтобы раздать нектар святого имени. Он говорит, что сколько я сам могу раздать, поэтому, пожалуйста, возьмите эти плоды и раздавайте. Но мы понимаем, что он является садовником этих нектарных плодов. И мы сейчас скажем общий результат и преподнесем этот результат Господу Чайтанье и Джаганнатхе Баладеве Бхатри Нитайгуру Чандри. Знаете, это как иногда мы можем видеть в Индии. Человек, который омывается в Ганге, он берет водичку в Ганге и преподносит ее кому? Ганге. В Ганге. Или иногда можно видеть, как человек светильничек огня предлагает солнцу. Так вот, мы понимаем, что эти плоды принадлежат Господу, но тем не менее, мы как маленькие дети, этим предложить этот плод Господу, сказать, что мы немножко старались, пожалуйста, принимите плоды. Итак, в 2019 году
руководством не так горячанды, жилинаты молодые субанды, наша ядра распространила 5456 книг. Да, марафон, что составило 6269 очков. Это результаты за марафон. И результаты прошлого года. 4456 книг и 4272 очка. То есть мы улучшили наши результаты на 20%. Арио! Хай Гуру Чандра Кей! Да! Начи Баладевщик Субадра Май Кей! Да! Спасибо огромное вам, преданные, благодаря вашим искренним сердцам, вашим молитвам, вашей преданности. Все это происходит в нашей ядре. Спасибо вам огромное.